Три штангу. Угловой выполнен. Борьба. Вновь надо побороться. Мяч остается под контролем у Валенсии. И надо забивать! Отлично! Все было сделано. Знаете, у меня была уже полная уверенность, что будет гол. Потому что Отаменди здорово выбрал позицию, отлепился от своих опекунов. О нем в какой-то миг забыли. Здесь Алькасар здорово играет. И пошла подача. Здесь только надо было попасть в цель. Пробиты руки Хабиэра Уреты. Есть первый. Вынужден был отдать мяч назад, а затем случилась ошибка и потеря. И контрвыпад со стороны Валенсии. Удар по воротам. Красиво. Через вторую команду. И в основной команде выступает уже давно, с 2009 года. Классный момент. Здорово играет Де Пауль. Разбирается в этом эпизоде. За счет одного движения уходит от Буатенга. И на угловой Диего Алвес. Еще один угловой. Ману навешивает. И опять площадь ворот. И опять очень тяжело приходит. Такой же качественный, как в первом тайме. Пока Валенсия борется за то, чтобы инициативу себе вернуть. Удар по воротам. Ух, перекладина! Какое будет продолжение. Мяч подхватывает Де Пауль. Бараган, Фигули. По-моему, каркас ворот до сих пор там потряхивает. Еще один удар, и есть второй гол. Парехи. Это первый удар, и удар классный, колоссальный по силе. Чуть-чуть не повезло Родриго Де Паулю. И как здорово он успел сместиться. Здесь поучаствовал в подыгрыше. И доставили не без помощи Де Пауля мяч на правую. Штрафной, я думаю, удар последует Парехи. Удар по воротам, и есть третий гол. Давайте смотреть за полетом вратаря. Выручает или это все-таки штанга? А на добивание тут как тут центрофор. Да, это не вратарь отбил. Мяч отлетает от штанги. Прекрасный, потрясающий. Во всех отношениях чудесный удар команды. Здесь небрежно, очень небрежно. И за это можно поплатиться. Мустафи бежит, встречает его, страхует Отаменди. А вот такое решение, удар по воротам. В результате Аро Барена забивает гол. Какая стартовая скорость, как здорово, а? Танхер и пас, ну молодцы, футболисты вышли на замену. И вот так прерывается сухая серия. Только-только я заговорил о том, что